Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пышмынцева. Сегодня вы увидите. Уникальное и очень полезное производство. Глава области Кумар Аксакалов ознакомился с работой предприятия по изготовлению биг-бэгов. Моральная и материальная помощь. Североказахстанские медработники получили надбавку за работу в условиях пандемии коронавируса. Самый важный христианский праздник. 19 апреля все православные встретят Пасху по-новому. Без служб и освящения традиционных угощений. Из-за карантина в регионе приостановили работу ряд субъектов малого и среднего бизнеса. Там высокий риск заражения из-за неконтролируемого потока людей. Но крупные фабрики и заводы продолжают функционировать. Конечно же, с соблюдением строгих карантинных мер. Работает в новом режиме предприятие, выпускающее биг-бэги. На перспективном и уникальном для региона производстве побывала моя коллега Гири Мукашева. Биг-бэг, если перевести дословно, большой мешок. Это, в общем-то, и все описание ноу-хау. Внешнее, если копнуть глубже, становится очевидно. Назначение и применение биг-бэга намного больше той характеристики, что говорится в переводе. За счет полипропиленовой ткани мешок получается очень прочным, а главное, содержимое в нем не испортится. По большому счету, хранить в биг-бэге можно любое сыпучее вещество, хоть сахар, хоть цемент. Но в нашей аграрной области они нужны для богатого урожая. Чем склад большой для зернохранилища, держать его пустым, но по большому счету он работает только полгода. Полгода работает, так ведь, да? Значит, можно очень часто сейчас, вот технологии позволяют использовать как раз-таки биг-бэги для хранения зерна. Биг-бэг, который здесь изготавливают, выдерживает около 1,5 тонн. Глава региона заинтересовался. Только вот для зерносеющей области мешки нужны побольше, хотя бы на 100-150 тонн. Производить такие высокопрочные биг-бэги смогут, заверил гендиректор, в будущем. А пока цеха работает в тестовом режиме. Скоро привезут оборудование, которое позволит самим выпускать нить и делать из нее полипропиленовую ткань. Но пока материал привозят из России, раскраивают и сшивают детали. Швея вот должна обязательно уметь все операции сделать и все шить, уметь мешки. Моделей очень много, 50 и более. Да. Но мы вот сейчас только начинаем, буквально освоили две модели. Мы работаем первый месяц, мы еще ученики. У нас нет еще, конечно, определенного плана, но мы уже начинаем работать. Даже на скорость пробуем. На сегодняшний день, например, мы должны сшить на человека 25 мешков. Работают на машинках из Японии. Стоимость одной – $5800. Но они свой ценник оправдывают. Производство уникальное. В стране всего пара предприятий занимаются изготовлением таких мягких контейнеров. 60% потребностей биг-бэга в Казахстане закрывают российские компании. У нас есть уже небольшие потенциальные клиенты, с которыми начинаем работать в 2021 году, планируем уже выйти на нас компании с общим объемом 200 тысяч. Это оборот хороший, это благодаря этому объему мы, наверное, трудоустроим в пределах 200 человек. Вложили около 600 миллионов тенге инвестиций. Порядка 500 миллионов взяли через госпрограмму «Даму Эндерес» на 10 лет под 6% годовых. Заказали оборудование, выкупили и сейчас приводят в порядок пустующие здания. Бетонные коробки стояли без дела около 10 лет. Зато сейчас здесь перспективное производство и новые рабочие места. И таких, пока еще заброшенных зданий с огромным потенциалом в областном центре немало. Территория только одного завода имени Калинина чего стоит. Там будет дата-центр. Плюс будет там центр строительных материалов, территория Береке под свободную экономическую зону, территория бывшего завода МЛД, там тоже огромные территории. Буквально вот в течение 2 недель мы приступаем к ремонтно-восстановительным работам. А еще в области запустят производство бумаги и ламинированной фанеры. Цеха разместят тоже на месте пустующих зданий. Инвесторы уже их восстанавливают. Всего в Петропавловске идет работа по реконструкции 22 заброшенных объектов. Агири Мукашева, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. Доплата за самоотверженный труд. В Североказахстанской области ее получили 459 медицинских работников, относящихся к 3 группам риска. Все они борются с новым вирусом. Для материальной поддержки работников сферы здравоохранения из республиканского бюджета выделили почти 44 миллиона тенге. Все подробности далее.
Еще раз хотел бы отметить героический труд врачей, всех медицинских работников. Они в буквальном смысле находятся на передовой. Мы должны оказывать им всестороннюю поддержку. Во-первых, все медики, которым положены дополнительные выплаты на время чрезвычайного положения, должны вовремя получить соответствующие надбавки. Вместе с выплатами сразу же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, касательно начисленных сумм, получателей и так далее. Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до получателей в кратчайшие сроки. Мы помогли тем медработникам, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом. Их около 30 тысяч. В то же время местные власти не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медработников. Считаю, что регионы, исходя из собственного видения и возможностей, должны материально поддержать врачей и медсестер, которые день за днем борются с невидимым врагом. В условиях режима ЧП и карантина они еще никогда не работали. Как и с болезнью, о которой до сих пор известно не так много. Из дома в режиме онлайн их поддерживают родные. Кроме их заботы, чувствуют североказахстанские медики и внимание со стороны государства. Для нас всех стало приятной неожиданностью выступление нашего президента Касым-Жомарта Токаева о ежемесячной надбавке нашей заработной платы. Всех медработников разделили на три категории в зависимости от группы риска. Мы, инфекционное отделение, вошли в первую группу риска. К третьей, по словам специалистов областного управления здравоохранения, относятся работники скорой медицинской помощи. Алло, скорая, слушаю, здравствуйте. С появлением нового вируса количество вызовов бригад резко выросло. Шандоз Загипар пришел на работу в областной центр скорой медицинской помощи в конце 2019 года. До этого несколько лет трудился в районе. Любая поддержка для нас как стимул. Все врачи сейчас работают на износ. Конечно, это наша профессия и выбор, но чувствовать помощь и внимание со стороны государства очень важно. Почти 44 миллиона тенге из республиканской казны выделили на Североказахстанскую область для надбавки медицинским работникам. Ее получили около полутысячи специалистов сферы здравоохранения. 43,9 миллионов тенге 459 работникам. Именно тем, кто задействован в этих мероприятиях за фактически отработанный период времени. Значит, выплаты производились в соответствии, значит, с разграничением по группам риска. Значит, по первой группе риска это особо высокая. По второй группе риска это высокая степень риска, и по третьей группе это средняя степень риска. Значит, данные выплаты будут продолжены и в апреле месяце. До 20 минимальных заработных плат получат медики, относящиеся к первой группе риска. На надбавку до 10 минимальных заработных плат могут рассчитывать специалисты сферы здравоохранения из второй группы риска. Работники, относящиеся к третьей, дополнительно к основной заработной плате, получат до 5 минимальных заработных плат. Дарья Пышмынцева, Рустам Тлеужанов, новости МТРК. За месяц петропавловские полицейские зафиксировали больше 1000 правонарушений и выявили 17 уголовных преступлений. Все это благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Отмечу, ежедневно на патрулирование города заступают более 500 полицейских и военнослужащих. Подробности в сюжете, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента полиции. 391 центру. 391, уточните, куда девушка направляется. И проведите правобеседу. Профилактика и разъяснение, а наказание в период карантина только к злостным нарушителям общественного порядка. Сейчас в Петропавловске за ним следят 410 камер видеонаблюдения. С их помощью стражи порядка контролируют обстановку на улицах города, передают патрульным нарядам ориентировки. За месяц зафиксировано больше 1000 административных правонарушений, 677 из которых или 68% связаны с пренебрежением правил дорожного движения. На период чрезвычайного положения увеличены наряды, заступающие для обеспечения охраны общественного порядка на территории областного центра. Кроме полицейских, в патрулировании принимают участие курсанты военного института и военнослужащие войсковой части 6637. С момента введения ЧП с использованием камер видеонаблюдения в Петропавловске выявили на 17 уголовных правонарушений. Кроме того, в полицию поступило около 9000 звонков от горожан. Напомню, ежедневно на патрулирование областного центра заступает более 500 полицейских и военнослужащих. Абай Альжанов при содействии пресс-службы областного департамента полиции.
В Северном Казахстане волонтерское движение вовлечены более 700 человек. Во время карантина и распространения пандемии главная задача – обеспечить доставку лекарств и продуктов тем, кто не может купить или получить их самостоятельно. Это пожилые люди и те, кто проживает в карантинных домах. О работе активных и неравнодушных людей – наш следующий материал. 2020 год проходит под эгидой добровольчества, и так получилось, что именно в это время помощь волонтеров оказалась как никогда кстати. Сейчас они безвозмездно помогают тем, кому во время пандемии сложнее всего. На сегодняшний день в волонтерском движении задействованы уже более 700 волонтеров. Им предоставлены разрешения на передвижение по городу с указанием четкого маршрута следования по каждой заявке, специальные бейджи. Помощь уже получили более 1500 нуждающихся лиц. Работа ведется в части доставки продуктов питания, получения по рецептам и доставки лекарств, помощь в получении госуслуг онлайн. Добровольцы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. К примеру, к жителям карантинных домов они приходят в полной экипировке. При этом горожанам не стоит забывать, эти ребята работают для того, чтобы все остальные оставались дома. Областной штаб волонтеров создан в Доме дружбы. Помощь нужна многим, но в первых рядах пожилые люди. Они в зоне риска. Председатели этнокультурных объединений ассамблеи подключились к волонтерскую деятельность, приобрели перчатки, ткань для изготовления масок, антисептики для волонтеров и противочумные костюмы для врачей. На базе областного штаба организован пункт сбора гуманитарной помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. Председателями этнокультурных объединений подготовлены продуктовые пакеты на сумму 700 тысяч тенге. Чтобы подать заявку и обратиться за помощью к волонтерам, звоните по указанным на экране номерам 50 47 50 109. Обратиться туда могут и те, кто хочет присоединиться к активистам. Анна Куликова, Алена Хан, новости МТРК. Звоните, поможем. С начала апреля при областной ассамблее народа Казахстана работает штаб волонтеров. Сейчас он состоит из 60 добровольцев. Ежедневно активисты оказывают помощь пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями. Доставляют продуктовые наборы и лекарства на дом. В день они обрабатывают порядка 20 заявок. Анжелика Сычева продолжит. Хлеб, молоко, чай, сахар и лекарства. Одним словом, все самое необходимое. Таков заказ 80-летнего Анатолия Антонова, который несколько лет назад практически полностью потерял зрение. Волонтеры доставили ему пакет с продуктами и медикаментами быстро. Заявку недавно, сегодня только дал, и уже привезли. Большое спасибо. Волонтеры справляются нормально. Я хочу пожелать всем пенсионерам, чтобы они крепились и показывали своим терпением молодежи пример. Ну и большое спасибо, что волонтеры вот помогают всем пенсионерам. Доставляют необходимые продукты и лекарства не только пожилым, но и людям с ограниченными физическими возможностями. Штаб волонтеров при областной ассамблее народа Казахстана работает с начала апреля. Добровольцы приняли уже 300 заявок. В день их поступает порядка 20. Мы записываем заявку. У нас есть чат, группа в WhatsApp, где есть наши волонтеры. Мы отправляем туда, и на эту заявку реагируют волонтеры. Они ее принимают, созваниваются с человеком, который к нам обратился, и договариваются, например, пишут список продуктов, лекарства, которые необходимо купить, или где-то, например, забрать это лекарство и привезти. Дальше, после выполнения заявки, они пишут в группу WhatsApp, что все отработано, скидывают нам фотографии. Кроме того, добровольцы оказывают и консультативную помощь. Работа построена таким образом, что в штабе у нас дежурят сотрудники КГУ Когамдык Келесем, несколько человек, а также из числа сотрудников секретариата областной ассамблеи народа Казахстана. На 4 телефона по двум номерам, это 502363 и 504750, поступают звонки. Мы им рассказываем, как получить социальную помощь, где можно приобрести или получить продуктовые пакеты. В штабе волонтеров Североказахстанской АНК сейчас порядка 60 человек. Анжелика Сычева, Вадим Петков, новости МТРК. Вместо носков – средства индивидуальной защиты. В ТО «Матекс» на время переквалифицировали свое производство. В период ЧП здесь шьют маски для взрослых и детей. Для этого на фабрике закупили специальное оборудование. В день там изготавливают порядка 500 повязок. Еще
Еще месяц назад швейная фабрика «Матек» специализировалась на пошиве носков. Но сложившаяся ситуация с пандемией коронавируса внесла свои коррективы. Фронт работы у сотрудников предприятия несколько изменился. Швеи теперь занимаются изготовлением многоразовых масок. Специально для этих нужд на фабрике закупили оборудование российского производства. Мы шьем в среднем от 500 до 600 масок в смену. Работаем с 9 до 6. Наши маски очень так, дышащие, сделанные из ХБ-материала. Маски мы производим женские и мужские. Женские в основном белые, мужские черные. Но женщины тоже покупают черные. Также у нас есть детские маски. Детские маски у нас с принтами. Есть три кота, а также есть миньоны, чтобы детям было более интересно. Кроме мультяшных принтов, у защитных масок есть еще одна отличительная особенность. Все они упакованы вот в такие полиэтиленовые чехлы. По словам специалистов, это прежде всего гигиенично. Поэтому такие средства защиты вызывают большое доверие у заказчиков. Надо сказать, спрос на товар не маленький. Реализовываем по торговым точкам города, по аптекам, по интернет-ресурсам, каким-то социальным сетям. То есть в широком доступе можно приобрести без проблем. Кстати, цена на многоразовые маски тоже доступна, не выше 200 тенге за штуку. Анжелика Сычева, Михаил Казначеев, новости МТРК. С введением карантина в городе работают лишь продуктовые магазины и аптеки. Торговые дома, бутики временно закрыты, либо переквалифицировались на доставку онлайн. В их числе и организации офтальмологической помощи. В ТОО «Новая оптика» заявки от горожан принимают ежедневно. С 10 утра до 5 вечера. Чтобы подобрать себе по рецепту подходящие очки, отремонтировать старые или же выбрать контактные линзы и раствор, нужно всего лишь позвонить по номеру 8 771 360 1973, либо написать на этот номер WhatsApp. От 1 до 3 дней продавцы обработают заявку и доставят вам товар до порога дома. Заказать бесплатно можно от 8000 тенге и выше. Если эта сумма меньше, то доставка будет минимальная 200-300 тенге. В условиях карантина, так как по городу передвижение ограничено, мы для вас, дорогие наши покупатели, сделали доставку. По мере поступления заказов мы будем их обрабатывать и стараться доставить в ближайшие сроки. Расчет будет осуществляться как наличными деньгами, так и безналичным расчетом через мобильное приложение таких банков, как Народный банк, АТФ-банк, Сбербанк, Фортебанк. Если мы принимаем наличные, мы их обрабатываем в ультрафиолетовой лампе. Я думаю, что эта услуга востребована, будем отрабатывать. Самый обсуждаемый флешмоб. Его провели вечером понедельника по всей стране. Кареты скорой помощи пронеслись по городским улицам. У многих такая акция вызвала недовольство и даже испуг. Какую мысль пытались донести в Минздраве с помощью необычного кортежа, расскажем далее. Когда проезжает одна карета скорой помощи, все мы чувствуем небольшое беспокойство. Но если их целый автокараван, эмоции увеличиваются десятикратно. На это, видимо, и рассчитывали в Минздраве, когда инициировали такой флешмоб по всей стране. В крупных городах и райцентрах вереница машин скорой помощи проехала по главным улицам. Уважаемое население города Петропавловска, для своей безопасности и безопасности своих близких сидите дома, если не хотите оказаться у нас. Акция для 9 часов вечера шумная, но, надеются медики, эффективная. Ведь ни убеждения, ни карантинные меры на беспечных казахстанцев не действуют. Штрафы, административные аресты – все без толку. Дети гуляют во дворах, некоторым пенсионерам тоже дома не сидится. А кто-то, считая, видимо, что он самый умный, идет за продуктами в магазин, самый дальний от дома, чтобы прогуляться. Для таких безответственных и не понимающих всю степень опасности эту акцию и провели. Потому что основной профилактикой является это все-таки самоизоляция на дому, домашний карантин. На сегодняшний день у нас работает 16 бригад скорой медицинской помощи, которая осуществляет в сутки примерно от 12 до 17 вызовов. Количество вызовов, конечно, увеличилось. Все это связано в основном с тем, что население наше переживает по данному поводу, беспокоится. Оставайтесь дома, в тысячный раз просят медики. Лучше услышать вой сирен из окна квартиры, чем изнутри кареты. Эту мысль и пытались донести казахстанские медработники. Агирь Мукашева, Жолдызбек Ермуканов, новости МТРК. В
19 апреля православный мир отметит самый главный христианский праздник – Святую Пасху. В этом году традиционные празднования претерпят изменения из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции. Проведение богослужения для прихожан в храмах отменяется. Но, по словам священнослужителей, по опыту прошедшего вербного воскресения, куличи и яйца можно будет окропить святой водой дома самостоятельно. И если священачалие, услышав обращение властей нашего государства, призывает всех в этом году вот эти пасхальные дни провести дома, нужно постараться сделать так. Никому не нужен этот ложный героизм, никому не нужно показывание вот этого своего фарисейского «я», поэтому еще и еще раз призываю всех вас готовиться к празднику Пасхи, вместе со Христом побывать мысленно на Тайной Вечере в четверг, вместе со Христом сораспяться на кресте, вместе со Христом пережить снятие со креста, а самое главное, со Христом пройти чудесное воскресение, Пасху Господню. С начала апреля в Северном Казахстане установилась относительно теплая солнечная погода. Столбики термометра порой достигают плюс 16 градусов, что было заметно в прошлые выходные. Однако наш резко континентальный климат дает о себе знать. В среду, 15 апреля, по прогнозам синоптиков, на большей части Северного Казахстана ожидается дождь. Местами гроза и туман. Ветер юго-западный. Ночью и днем он будет достигать примерно 15-25 метров в секунду. На этом все. Смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания.